Москве состоялось заседание комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. Депутаты рассмотрели особенности организации исполнения бюджета союзного государства в 2016 году и обсудили дальнейшие меры по совершенствованию нормативно-правовых документов, регулирующих бюджетный процесс союзного государства. Проблема более четкого регламентирования вот этих процессов, она будет вот этими актами. Будем пытаться более четко отрегулировать. Депутатам была предоставлена информация о разработке и согласовании проектов программ и мероприятий союзного государства, по которым уже зарезервированы средства в союзном бюджете. Есть программа, где у нас там и по правоохранительному блоку есть вопросы. Есть вопросы по нашему топинамбару. К сожалению, российская сторона почему-то до сих пор не приступила к освоению средств, которые выделены. На заседании депутаты обсудили работу по формированию проекта союзного бюджета на 2017 год и рассмотрели подготовку проектов новых концепций союзных программ.